июне строительство проектно-конструкторского технологического бюро «Совалмаш» преодолело долгожданный рубеж. Была подключена первая инженерная сеть, а именно хозяйственно-бытовая канализация. Полным ходом шли и земляные работы с другими коммуникациями. Теплосеть уже подошла к границе участка. До точки подключения осталось совсем немного. Был подготовлен высоковольтный ввод электричества в здание. Продолжился монтаж контура заземления. Впереди работы по протягиванию коммуникации сети интернет и всех слаботочных сетей. Была выкопана траншея и установлены заглушки для того, чтобы обеспечить здание горячим и холодным водоснабжением. Велись масштабные работы по благоустройству, в частности, подготовка к укладке асфальта. Вывозились излишки грунта и ненужные материалы. Завозился, распределялся по участку и утрамбовывался песок. У пандусной группы, где все коммуникации завершены, был уложен геотекстиль. Выполнена обратная засыпка песком, вырыта траншея для подключения внешнего освещения. На отдельных участках начат демонтаж забора. В июне начался новый этап строительства – монтаж внутренних инженерных сетей. В административно-бытовом корпусе на третьем этаже разводка отопления и электричества выполнена. На втором и первых этажах продолжается. Внутри здания БК также полным ходом шел монтаж гипсокартонных и стеклянных межкомнатных перегородок. Продолжились отделочные работы стен, лестничных маршей. На антресоли второго этажа смонтированы перила, выполнено напольное покрытие из плитки. Монтаж лифтов подошел к финальной стадии. В здании проводилась регулярная, влажная и сухая уборка. Выполнялись пусконаладочные работы по запуску производственной линии асинхронных электродвигателей сотого габарита. Всероссийский специализированный журнал «Энерготехэкспо», посвященный энергетике и электротехнике, опубликовал статью о «Совалмаш». Аудитория издания – руководители и ведущие специалисты промышленных предприятий, то есть потенциальные клиенты компании. В статье рассказано о технологии «Славянка», инновационных разработках «Совалмаш» и строительстве проектно-конструкторского технологического бюро в Москве, а также об особенностях строящегося ПКТБ и услугах, которые она будет оказывать. Ссылка на публикацию в описании под этим видео. 11 июня в Казахстане стартовала многодневная гонка солнцемобилей Solar Race 2023. В ней принял участие тук-тук с двигателем на Славянке. Мотор производства компании ICPP Weihai. Электромобиль подготовила гонки производственная кооперация «Ресурс». Пилот, инвестор проекта, член клуба «Тысячи» Владимир Попов. Участники гонки – это порядка 10 автомобилей, которым разрешено передвигаться только на солнечной энергии, без подзарядки от сети. Из них трицикл на Славянке – единственный, который работает на асинхронном моторе. При этом тук-тук самый тяжелый и габаритный среди других авто. Главная задача участия в гонке – проверить тук-тук и двигатель в реальных условиях. Это более 2700 километров при разной погоде, высокой жаре, сильном встречном ветре, пасмурном небе. Пилоту и автомобилю пришлось ежедневно преодолевать различного рода сложности. При этом двигатель показал свою надежность и работал без перебоев. О результатах гонки мы расскажем подробно после финиша тук-тук. Третьего июня в столице Эквадора, городе Кито, прошла конференция Solar Group с участием топ-менеджеров компании. В ней приняли участие более 200 человек. Это очень высокий показатель для Эквадора, где живет порядка 1600 участников проекта. На конференции топ-менеджеры компании Павел Филиппов и Павел Шацкий рассказали о результатах, которые были достигнуты в проекте за последнее время, о ходе строительства инжинирингового центра «Совалмаш» и объемах привлеченных инвестиций. Также сообщили о планах компании. Эквадорцы увидели электродвигатели на Славянке, которые продемонстрировал директор производственной кооперации «Ресурс» Андрей Лобов. Перед аудиторией также выступили национальный партнер Solar Group в Эквадоре и Перу Массимилиано Вивиано Россини и ведущий партнер Марта Криспин Кальдерон. Во время визита делегации Solar Group в Эквадор, помимо конференции, состоялось несколько не менее интересных событий. Встреча-презентация для крупных инвесторов, тренинг для партнеров, выступление Андрея Лобова перед профессурой и студентами крупнейшего университета страны, тесты лодочного мотора от производственной кооперации «Ресурс», договоренность об установке двигателя на Славянке на спроектированный студентами электромобиль. Этот проект претендует на правительственный грант.
В личном кабинете Solar Group был усовершенствован раздел «Аналитика» для партнеров. Теперь здесь можно получить детализированную статистику по партнерской деятельности. Эта информация поможет партнерам понять и повысить эффективность своей работы, а значит и финансирование проекта. Стал более удобным и современным по дизайну перевод средств в личном кабинете. Сам функционал не изменился. Как и раньше, переводить средства можно между своими счетами или другому пользователю. Перевод средств осуществляется в разделе «Кошелек», а также на главной странице личного кабинета. В июне в проекте стартовали три новые акции для инвесторов – дружеский бонус, стартовый бонус и минус один этап на детские пакеты. Они были запущены с целью поддержать строительство по КТБ «Совалмаш». Все подробности можно узнать в разделе «Промо-акции» в личном кабинете. Ссылка в описании. Акции действуют до 30 июня включительно. Вы еще успеваете воспользоваться ими.